Немецкий Бундестаг голосует сегодня по программе финансовой помощи для Греции. В ряде стран Европы необходимо, чтобы договор с Афинами был одобрен парламентариями. Ожидается, что большинство немецких законодателей все же скажут «да», однако внутри правящей партии образовалась группа из нескольких десятков несогласных. Их уже назвали опасными ренегатами, сами они называют опасной идею очередной программы финансовой помощи. Я буду голосовать против. Важный аргумент в пользу программы помощи, который приводили мои однопартийцы, теперь потерял актуальность, потому что МВФ вышел из игры. Это можно было предсказать еще давно. МВФ не хочет принимать участие в этом, потому что Греция не в состоянии обслуживать свои долги. В самом МВФ, впрочем, не исключают окончательно своего участия в третьей программе помощи. Решение обещают принять осенью. Кроме Германии, закон требует парламентского одобрения в Австрии, Финляндии, Эстонии и Португалии. В Лиссабоне голосование пройдет до конца недели, остальные уже поддержали программу. Голосовать будут и законодатели Нидерландов, но их вотум будет носить лишь формальный характер.